Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Драклобаб, и это мой стрим. Это уже четвертая часть, это восьмой стрим, потому что стрим слетал на некоторых моментах, поэтому делал десятые части. Первая точка десятой части. Сейчас загружаем мир одиночный, который ставили в прошлой серии. После стрима, поэтому там все как и было в прошлой серии. Это уже четвертая серия. Если не считать сбой, если считать сбой мира, тогда я. Есть микроподлаги, потому что я только что зашел. Есть хорошая идея сделать тыкву. Потому что тут есть вот такой прекрасный мод. Вот такой. Все. Теперь я вот такая курица. Конечно, курица ничего не дает. Ни флай, вообще ничего. Просто такой визуальный мод. Что с ней, по-моему, нужно в один блок копаться. Да. Хорошая типа способность. В один блок. Но дальше. Ой. Вот. Можно стать обычным комом. Да. Опа. Походу не работает. Идем, ищем. Видимо, нет. А, вот нашел. Смотри, такой один изумруд. Круто. А зачем мне нужен был уголь? Круче. А теперь торг. Берем две семечки. И исчезло. Да. Берем. Теперь, что же сейчас можно сделать? Сейчас можно, например... Расти будет или нет? Видимо, нет. Ну,
Ну, будем просто тихо играть. Потому что не хватает костной муки. Костную муку еще можно получить. Выторговать это дорого, слишком дорого. Потому что дорого. Потому что. Это легко, да, ничего сложного, ничего такого сложного. Так, я забыл, как делается дёрн. А, вспомнил. Должно взять травину, нужно травину и мечко. Семечко. Травяное. Лучше сначала сделать мини-загон. Это легко. Не так уж и сложно. Да, все. Теперь 1, 2, 3. Все, хватит. Делаем теперь загон вон том краю. Ставим и вот тут вот ставим 2. Все. Я могу в любой момент поймать. А, нету страйкбо. Нету блок страйка, нету. Пока что нету. Может быть, когда-нибудь, через сколько-то лет буду. А сейчас нет. Извини.
Так, можно поставить обычный сундук. И вот расширенный из больших предметов, будем его так звать. Он делается очень легко, но для начала это сложно. Он работает по обычному принципу. Это вверх-вниз, это вверх. Подожди, не помню, какой вверх-вниз и влево-вправо, я забыл. Не знаю, зачем я расту этот рис. Тут не могу. Просто выкинем рис. Не попытаемся что-то с этим сделать. Давай, тыковка. Нужна одна тыковка, чтобы сделать голема. Ведь тут, чем ты больше, наверное, тем сильнее. Ну, как бы с големом он такой жесткий прям. Вообще, можно как-то сделать тыковку? Из трех маленьких можно еще из арбуза и еще как-то, ну, плод расти нет, конечно же. Из трех тыков одна тыква. Стонкс, что бы сказать, что... о, оранжевый. Такс, ноль, вообще что-то офигели. Будем что-то делать, что-то решать с этой проблемой. А. Допрусим. Пора же что-то технологическое делать. Технологический прорыв. Конечно, эта сборка очень-очень долго проходится, но мы стоим в тупике. Это тупик из нехватки места и потому что мы стоим на месте, когда за это время мог уже реально пройти почти весь всю сборку. Это не шутка. Все. На данный момент я просто делаю больше, ну короче, вот так. И вот так. Мне нужно 18. Все. Еще тут чуть-чуть странно с этими. С этими курицами, потому что когда их кормишь, они не хотят кормиться, поэтому.